столице Урала запустили сбор средств на поддержку жителей Донецкой и Луганской народных республик. Оператором проекта выступает благотворительная организация «Вери, живи», которая уже несколько лет помогает онкобольным и хосписам в нашем регионе. Сейчас фонд займется еще и формированием гуманитарных грузов для тех, кто сейчас находится в очень тяжелой жизненной ситуации. Если вы хотите помочь жителям Луганска и Донецка, вам необходимо зайти на сайт «Вери, живи». Достаточно просто набрать в поисковике фонд «Вери, живи», и вы попадете на нашу страницу. Дальше нажимаете на кнопку «Помочь» и вводите необходимую сумму пожертвования, производите оплату своей картой. То есть карты, просто карты принимают для оплаты. Что мы делаем дальше? Мы получаем запрос от МЧС. Они мониторят актуальную ситуацию в республиках, поэтому в запросе нет ничего лишнего. Дальше мы связываемся с различными поставщиками, смотря по тем позициям, которые есть в запросе. Анализируем цены, бронируем объемы и фиксируем итоговую сумму гуманитарного груза. Сейчас обычные жители, семьи с детьми, в признанных республиках находятся в том положении, когда им нужна наша помощь – одежда, продукты, вода и другие средства первой необходимости. Это то, чем мы отсюда, из Свердловской области, можем поддержать жителей Донецкой и Луганской народных республик.